Для нового троллейбуса это первый рейс в дождь. Десяток минут подзарядки, и машина готова к поездке. Отличие этой машины в том, что до 30 километров может ехать без контактной сети, абсолютно на своих аккумуляторах. Установлено на ней 14 литиевых аккумуляторов хороших, мощных, выдают ток тот же самый, что и в сети. Видеть троллейбус, который едет по Камышовому шоссе, где, отродясь, не было контактной сети, для севастопольцев диковинку. Удивляются и пассажиры, и водители автомобилей. Открыли новый маршрут номер 8, который у нас, можно сказать так, что пятый микрорайон, пятый километр, который охватывает район, на котором не оборудованы контактные сети, контактные линии, и где данный вид транспорта может проходить в автономном ходе, независимо от контактных сетей. Первая его остановка – это магазин «Метро», это вне контактной сети. Вторая остановочка идет у него «Европа» остановка. Дальше «Маринеско». Проходит через кольцо, выходит на «Добрострой». С «Добростроя» выходит через балку на «Студенческий городок». Подключается к контактной сети. Дальнейшее движение до 5 километра осуществляет по маршруту 14-му маршруту троллейбуса. Новый маршрут – настоящее спасение для жителей улицы Маринеско. Раньше им было не добраться в город без пересадок. Для меня это очень актуально, поскольку я живу на улице Маринеско. И когда я сегодня случайно из окна увидела проходящий мимо троллейбус, который без штанг шел по нашей улице, я была очень удивлена, приятно удивлена. И теперь, когда выяснилось, что этот троллейбус ходит как раз по тому маршруту, который у нас с нашего Маринеско, пока невозможно проехать без пересадки, то теперь мы имеем такую возможность. У нас с нашего района люди могли выехать на Остряки без пересадки. А, вот в этом главное. В этом самое главное. У нас был маршрут 85-й, микроавтобусы и топики ходили. Он был удобен, но его сняли. Он почему-то исчез, просто исчез. И, естественно, все ездят с пересадками. С пересадками очень много времени на дорогу уходит через Камыши. 16-й, 14-й, а этот великолепно. Около Европы сил, 32 минуты, я на переходе. Такой гибридный троллейбус в Севастополе пока один, поэтому рейс длится около часа. Троллейбус работает у нас разрывным графиком. В 6.11 выходит из депо и до 11.27. После этого он становится на разрыв и в 15.56 и в 19.26 заходит в парк. По словам руководителя предприятия, в этом году в город должны поступить еще 115 новых троллейбусов. Старые машины ждет модернизация, которая также позволит им двигаться без проводов. Евгений Нипот, Анатолий Паньков, Севинформбюро.